Крупнейший наркосиндикат выявили оперативники наркоконтроля Гомельской области. О том, что речь идет об организованной сети наркосбытчиков, стало известно еще в начале декабря прошлого года, когда сотрудники задержали 19-летнего гомельчанина, хранившего дома амфетамины и альфа-ПВП. Впоследствии при поддержке ОМОНа в течение 2 месяцев оперативники наркоконтроля задержали свыше 30 человек, причастных к незаконному обороту психотропа и гашиша. Все они работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. У группы дилеров изъято более 2,5 килограммов альфа-ПВП, 700 граммов мефедрона, 200 гашиша и 180 МДМА экстази и еще 0,5 килограмма амфетамина. Этого бы хватило на 14 тысяч доз, общая стоимость которых в Даркнете составила бы около 230 тысяч долларов США. По материалам оперативников наркоконтроля, Следственным комитетом Республики Беларусь уже возбуждено 35 уголовных дел. Расследование продолжается. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к деятельности интернет-магазина.